Бой был для тебя каким-то особенным, учитывая то, что нет рядом с тобой только главного и самого важного тренера отца? Да, конечно, был особенным в связи со всей этой историей, которая у нас была последние три года. Конечно, для меня было очень особенным, принципиальным. И сам лагерь тоже очень так тяжело прошел. Как прилетел туда, что-то две недели болел. Я был в больнице, 6 дней, мы думали сняться, потом я полностью поменялся, потом где-то через 2 недели заново палец сломал. Ну, такой очень тяжелый лагерь, но это был тренировки, терпение, а мне удалось не поверить. Скажу немного про соперника. Мы смотрели бой, он достаточно такой опасный мне показалось, и все пытался целиться попасть тебе. Справа кулаком, насколько такие были опасны, как ты казал, сюда? Ну, можно вернуться к разговорам, которые были другое, когда люди, эксперты, бойцы, тренера, журналисты, все когда говорили, что это самое тяжелое мое испытание в моей карьере. И как обычно после боя они находят, что кто-то там видит и не пил, а кто-то там бабки новые берутся, кто-то это всегда как бы после моего боя. План был такой, постоянный прессинг, заставлять его ошибаться, какие-то удары могут ударить, когда он завершал во втором раунде, где-то в конце первого раунда, и уже во втором раунде уже начал уже более какой-то. И как мы видели, в конце первого раунда он завершал, и понял, что... То есть все пошло, как ты планировал по плану? Ну, за исключением того, что мне головы говорили, что я слишком сильно на него ушел, не слишком сильно практически бежал, мне сказали, у нас тут уже другой план, но когда я зашел туда, внутрь, голова все поменялась. Скажи, вот это вот заявление про то, что ты завершаешь карьеру, уже прошло несколько дней, подговаривают ли, как отреагировал Дана Уайт именно об этом? Ну, я думаю, люди по-разному отреагировали, Дана по-другому отреагировала, конечно. Я и сам тоже назвал самый крупный карьер, следующий решение было очень большое. Но то, что я принял решение, мне очень часто решение. Я считаю, что это самое лучшее, подходящее время для того, чтобы решение было уйти, каждый может. Но я знаю, что хоть через год, через два, три, хоть через пять лет придется, что принимать это решение. И я сделал достаточно, чтобы считаться лучше. Сегодня мы поставили первый месяц, где взяли за низу 80%. Так что мы все выполнили. Что там наши деньги зарабатывают? Мы деньги выполнили. Планы, не знаю, ближайшие на будущее. Ну, знаешь, планы сейчас такие, самые ближайшие, там, я думаю, что отдохнуть, осмыслить, все посмотреть, как, что, и жизнь продолжается, наш курс движется дальше, у нас самое хочу двигаться 14-го, главный бой вечера в Лас-Вегасе, бывший чемпион, в Сюда, в Мелисе, это очень большое событие для нашей всей команды, как отец говорил, что уникумом будет то, что когда я уйду, когда будет другой чемпион. И такой никогда не было, и вообще, я думаю, что...